Всем привет! У нас сегодня новая машинка. Да! Что это за машинка? Это машинка, которая готовит еду. Бургеры и хот-доги. И готовит их. Это вивил. Свинка. Да? Вот она стоит, там уже с готовыми хот-догами. Какой? А ну-ка рассмотрим поближе. Вот. Там какие-то напитки даже стоят. А ну-ка рассмотрим. Сзади бургеры у нас готовые. Вот. За рулем никого нету, да? Потому что водитель куда-то отошел. На пассажирском месте у нас Мишка. Его, конечно, плохо видно, но вот так вот сидит Мишка. Дверки открываются, как мы видим. А готовит всю еду свинка. Машинка очень хорошая. Покупка очень удачная. Да? Вадюша, ты доволен? Вот еще покупка у тебя. Печенье Барни. Ты еще не ел такого печенья, да? Надо открыть и попробовать. А ну, Владик, покажи, что это за печенюшки такие? Мы еще такие ни разу не покупали. Вот такие печенюшки. Они вкусные? А ну-ка, давай посмотрим, давай высыпем. Вот какие печенюшки. Это маленькие мишки. Печенье очень вкусное, да? А вместе с новой машинкой это то, что надо. Вечер у Владика удался? Я пока. Пока-пока.